бог готов доброе утро дорогие друзья золотым стихом этого дня будет у нас первое послание петра 5, 5 глава, 6, 7 стих. Итак, смиритесь под Крепкую Руку Божью да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Мы говорили о притче, которая написана в Марка 4 глава. Мы говорили о той притче, где мы видели семя, которое было посеяно между тернами, и оно не дало свой плод. Другими словами, мы сравнивали Слово Божье, которое не приносит плода, которое падает среди терны, и эти терни заглушили это, это, семя. И вот сегодня я бы хотел продолжить эту тему, тему, которая очень важна. Первый способ, которым терны заглушивают наше Слово Божье, которое мы получаем от Господа, является заботы. Заботы. Кто-нибудь из вас думал о том, когда вы говорите, ну, позаботься, позаботиться, знаете, я люблю заботу о людях, я люблю заботу о моем доме. Но однажды я подумал, это слово, оно не просто имеет смысл заботы, оно имеет э, смысл быть очень аккуратным, быть ответственным, быть э, в заботе о том, что ты делаешь. Я подумал об этом и, э, знаете, напрягся, потому что я люблю делать хорошо работу, но когда Дело, которое мне дают, невыносимо, тяжело, когда я озабочен в этом Слове, оно мне трудно. Оно для меня переживание большим становится для моей жизни. И я сказал себе, зачем мне это делать? Потому что Слово Божье говорит другие слова. Это 1 Петра 5.7 говорит, говорит, все ваши заботы возложите на него. И я подумал, как мы это можем сделать? Как мне... Заботы, которые большим грузом лежат на моих плечах, можно перенести и дать Господу. Я встречаюсь с людьми и скажу так: многие говорят, я столько раз пытался, я столько раз отдавал все Господу, и как будто все напрасно. На самом деле сегодня нас интересует, как мы можем возложить эти заботы. И я уверен, что многие из нас что на самом деле даже и не пытались. Когда вы приходите на служение, когда вы славите Господа, когда вы поднимаете к Нему свои руки, было ли у вас когда-нибудь такое состояние, когда вы пытаетесь получить слово от Господа, но ваши мысли, ваши размышления они сосредоточены на том, что происходит в вашей семье? То, что происходит в вашем бизнесе, как заплатить за квартиру, как заплатить за ваши долги, которые вы имеете. И эти мысли, они а, просто летают в, в вашем разуме. Было, правда? И у меня так было. И я понимаю, что в этот момент надо что-то сделать. И я а, уверен, что мы не пытаемся в это время возложить свои заботы на Господа. Почему? Потому что невозможно возложить так много раз на кого-то, чтобы от него не получить. Смотрите, каждый раз, когда мы приходим на собрание, в служение, в молитве или утром или вечером, мы пытаемся получить от Господа Слово. Но мы должны также возложить на него. И в этот момент очень важно понять, что свои заботы, свои переживания, мы должны возложить на него. И когда мы возлагаем на него, то есть переносим свое чувствование на него, свои безысходности, мы получаем от него слово. И это слово, оно посеяно на добрую почву и не будет заглушено тернами. Тернами а забот. Заботы этого мира. Заботы о чем-либо. И я хотел бы сегодня помолиться за каждого из вас чтобы это слово 1 Петра 5 было сильным увещеванием, сильным таким благословением на этот день. Давайте мы склоним наши головы. Господь, благодарю Тебя, что я не умею удерживать все заботы в своих руках. Господь, я прошу Тебя, помоги мне сейчас отдать тебе все заботы моей жизни, которые волнуют меня. Я не собираюсь нести их больше во имя Ишуа Мессии. Аминь. Пускай Бог благословит вас. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подаваем на каждый день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Мы всегда будем рады помолиться за вас. Писание говорит о том, чтобы мы носили времена друг друга. Молитесь друг за друга. Друзья, я знаю, что, может быть, вы посылаете молитвенные просьбы многим э, служениям, или же пасторам, или общинам, где бы вы ни были. Мы тоже можем помолиться за вас. И, пожалуйста, присылайте ваши просьбы по адресу, которая будет у вас на экранах вашего монитора. Пускай Бог благословит вас, и мы обязательно за них помолимся.